Год не помню какой. 1985. This is Camry. Ah, no, Vista. Actually, Vista is slightly better than Camry. Special version in Japan. This is 4x4. Super clean. 3S 2-liter gasoline engine. 3S FE. Runs great. We replaced alternator. Parts available here in US. Also, we want to replace tires, make tune-up, new oil, coolant, everything. Runs great. Has climate control. В общем, товарищи, мечта сбылась. Еще одна камрюха в редкостном состоянии. It's like a time capsule. Такой быстренько сделаем. Мы еще даже не мыли. Just came from Japan. Still needs detail. Вот эта вся история у нее тут. Full history, yeah. History repeating. Все тут, когда масло меняли, oil change, everything, yeah. Airbag. Тут подсветочка. А на полных приводах комплектация, как правило, не супер. Ну, такая средненькая комплектация, ну, потому что, видать, рабочая лошадь. Да, automatic transmission, power. That's maybe winter edition. Что показать-то? Что показать? Climate control. AC, everything works. Auction grade, fantastic. 5AA, it's like new car. One owner. It came from Japan with broken alternator. We did replace it, super easy. В общем, этот... Что показать-то? Так, свет выключу. Тут зеркало есть, женщина что ли ездила? Хардтоп, а нет, не хардтоп, это как нормальный кузов с этим бывает. У нас есть Vista дизельная, хардтоп, это у нас не хардтоп. Кому как нравится. Вот это я не понял, не открывается, это что ли половинка? Я пока не дошел до нее, да, не разобрался еще. Так, откроем тут тутушки. Такая комплектация QX Vista. АК Camry. Супер клин. Это так вот. Еще, по-моему, почистим, в общем, поделаем видео на нее. Seriously. Tools. Инструменты всякие. В общем, резину надо поменять на ней и сделаем видяшник. Запилим на нее. Такой подробный при дневном свете. Все еще пыль на ней. Это японская. Торчик покажем. Вот Шакен. Привет, Шакен. Next Шакен. Вот у меня жучок. New alternator. From O'Reilly. Здесь часть здесь подходит на нее. This parts for this engine, no problem. Engine 3S
Ладно, еще днем снимем. Что-то наклеить. А, вот они. Engine 3S, FE. 2 liter, very famous engine. Very friendly for maintenance. Easy to do maintenance. Fog light. Так, закроем дырку. Обойдем круг почета. Мурчит. В общем, как бы Vista — это слегка люксовая версия Camry. Но я не знаю, там в чем различие, подскажите. Это вот полноприводная версия, 3S мотор Alpha X, trim level Alpha X, 4x4, super clean, time capsule, 25 тысяч пробег. В общем, помоем, почистим, поменяем резинку. Там резина одна плохая и три хорошие, но они тоже старые. 13, то есть 2013 этого, третьего, что ли, года. Сейчас какой, второй год, да? Ну да, 8 лет уже резине. Почти 9 лет, наверное, поменяем. Но одна треснута резина плохая. Три вроде не чокались. Старье, что поставим, нормальную резину. В общем, красавец. Советс.